А мы продолжаем, и у нас здесь следующий участник, который побывал на этой сцене, и зовут тебя? Дана. Дана, очень приятно, и ее руководитель? Айнура Абдрахмановна. Очень приятно. Азамат, а как долго вы готовились к вашему выступлению? 2 года. 2 года? Ну, хороший срок, я бы так сказал. Страшно было выходить на сцену? Да. Страшно? Ну ничего, в следующий раз будет попроще и полегче, я в этом уверен. А придешь еще участвовать на наш конкурс? Да. Обязательно. Понравилось тебе? Да. Классно. Ну, я слышал, как зрители аплодировали тебе, поэтому я согласен с тобой, что и не только тебе понравилось, но и всем остальным понравилось. А давай скажем спасибо руководителю. Спасибо. Да. И руководитель, какие ваши общие впечатления о конкурсе? Шикарно. Мы вообще первый раз у вас участвуем. Ну, очень понравилась сама атмосфера, сцена, места, раздевал. Вообще зал вообще суперский. Спасибо большое, что вы таким вниманием к нам относитесь, к артистам. Это очень важно. Вот. Ну, вообще хочу сказать, что сам конкурс вообще колоссально, наверное, я думаю, что будет успех, я думаю, вот в вашем конкурсе, потому что очень много всех нюансов продумано именно для артистов. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, большое спасибо, и вам также успехов, побед и удач в дальнейшем. Спасибо. Joy better than each thing is. You reckon the joy better than.